Ребята, всем привет! Вещи на связи. Долгожданный выпуск клуба друзей про Аргентину. Многие из вас спрашивали меня: Олег, как там живешь в Аргентине? Расскажи поподробнее. И в этом выпуске я расскажу вам очень многое про эту страну. Я думаю, что этот выпуск будет интересен и моим подписчикам, которые смотрят мои прогнозы, и особенно тем людям, которые сейчас живут в России, принимают решение, там, переехали в Аргентину или нет, потому что я пересмотрел огромное количество роликов про Аргентину, готовясь к переезду. Ну и честно скажу, что много информации, которую я там увидел, она не соответствует действительности. Про некоторые вещи вообще никто не говорил, поэтому этот выпуск вам будет интересен вдвойне. Для начала я отвечу на самый часто задаваемый вопрос, почему я переехал сюда. Затем расскажу о 8 плюсах и минусах этой страны. Почему я переехал в Аргентину? На самом деле, те, кто следят за мной давно, еще до ковида, знают то, что я очень люблю путешествовать, посетил разные страны. В последнее время, к сожалению, такой возможности особо не было. И когда мне было 20 лет, вот, кстати, про это никто из вас не знает, я написал себе огромное количество целей, которые должен достичь к 25 годам. У меня была какая-то такая навязчивая детская фантазия, что до 25 лет я должен достичь всего, а дальше отдыхать, кайфовать. Ну и в итоге 25 лет я подводил определенные итоги. Чего-то я смог достичь, чего-то не смог. Что-то в процессе моего взросления, становления перестало иметь для меня такую ценность. И в 25 лет я поставил себе ровно одну цель. Через 2 года переехать, попробовать пожить в другую страну. Естественно, для реализации этой цели необходимо было выполнить другие по цели, там, финансово стоять на ногах хорошо, в личной жизни, чтобы была определенность, да, по здоровью, чтобы тоже все было замечательно. Ну и в итоге в этом году, за 2 недели до своего 27-летия, я купил билеты в Аргентину. Ряд людей, естественно, логично предполагали, что мой переезд связан с той ситуацией, которая сейчас в России происходит. Она, безусловно, повлияла, хотя бы потому, что количество там стран, куда я мог переехать, очень сильно сузилась, потому что Европа для россиян сейчас закрыта. Но если бы это была бы ключевая причина, то, конечно же, я бы осуществил свой переезд, наверное, год назад, либо когда мобилизация началась, и уж точно это был бы какой-нибудь там Казахстан, Армения, то есть страна, которая недалеко от России находится. Аргентина, чтобы вы понимали, находится совершенно там в другом полушарии, в другом конце земного шара, там сутки нужно, чтобы только долететь с пересадками сюда. Поэтому, чтобы приехать сюда, нужно в первую очередь принять решение осознанное, серьезное, почему именно Аргентина. И моя мотивация была, почему я там такую цель себе поставил, да, через 2 года куда-то переехать, заключалась в том, что мне хотелось развиваться, узнавать какую-то новую культуру, пытаться понять менталитет других людей, почему они так живут, как они к этому пришли, что-то соотносить с нашим знакомым, родным русским менталитетом. В этом я видел какое-то свое развитие. Мне было всегда это интересно. Я изначально в 25 лет думал, что, скорее всего, я там поеду в Испанию, но Испания сейчас закрыта, поэтому я выбрал Аргентину. И на самом деле выбор это был непростой. Опять же, огромное количество информации я пересмотрел. И сейчас мы уже перейдем к тому, какие плюсы и минусы есть у этой страны. Минусов тоже на самом деле немало. Более того, первые месяцы я был близок к тому, чтобы уехать из Аргентины из-за денге. И сейчас мы тоже про это поговорим. Но начну я все-таки с плюсов. Первый плюс – это люди. Они здесь невероятно добрые, гостеприимные. Везде есть хорошие и плохие люди, в любой стране. И когда я объясняю своим друзьям из России какие-то вот такие вещи, касаемо людей, аргентинцев, они не все понимают, да, о чем я говорю. Но вот любого русского я здесь спрашиваю, кто уже живет в Буэнос-Айресе там год, больше, они говорят, что да, главный плюс Аргентины – это доброта людей. Я постараюсь это на примерах вам объяснить. Вот в начале, в первый месяц, когда мы прилетели сюда, не знали, что где купить, языка тоже не знаем, и заходим в магазин, люди тоже, другие покупатели местные, видят, что мы что-то там лазим в телефоне, в переводчике, что-то там как-то пытаемся истерично найти, и аргентинцы сами проявляют инициативу. Английский здесь очень плохо знают, и какой-то аргентинец, покупатель, который знает английский,
по-английски, он сам тебе подает, спросит, нужна ли тебе помощь какая-то. Я помню, мы не нашли какого-то товара в этом магазине, так вот, этот аргентинец взял, вывел нас из этого магазина, довел до другого магазина, где можно купить этот продукт, проследил, чтобы мы там разобрались с продавцом и смогли там сделать покупку. И вот таких примеров их огромное количество. То есть многие аргентинцы, они сами проявляют инициативу. Аргентина вообще страна мигрантов, поэтому здесь абсолютно нормально относятся к приезжим, и люди вообще тебя никак не оценивают, не смотрят на то, как ты выглядишь, знаешь ли ты язык или нет. То есть абсолютно адекватное отношение к любому человеку, и это очень сильно нравится. И максимально, опять же, доброта со стороны местных жителей, которую мы постоянно здесь наблюдаем. Один мой знакомый вот, русский барбер, который меня стрижет, тоже рассказывал, как он учил язык. Он вышел просто на улицу, говорит, что мне нужно учить испанский язык. И люди местные проявляют интерес, там, подождали, пока он с переводчиком там что-то перейдет, отвели его в какое-то место, в какой-то магазин, где он может попрактиковаться. Там, ему говорят, если что-то не понимаешь, мы тебе повторим. Вот огромное количество таких примеров. Постоянно здесь тебе улыбаются, желают хорошего дня. Невероятно любят детей аргентинцы. Тут просто вот, если кто-то видит ребенка какого-то, он сразу становится центром внимания, все к нему подходят, улыбаются, там, машут, что-то еще делают. Почти все для детей здесь бесплатно, много разных программ. Очень легко русских детей принимают в школу, в детсады. И там даже на законодательном уровне есть такие определенные моменты, ну, достаточно странные для русского человека. Например, если ты арендуешь квартиру с ребенком, да, и перестаешь платить за нее арендодателю, то тебя все равно по закону никто не имеет права выгнать из жилья. Это усложняет поиски, кстати, квартиры для тех людей, которые с детьми их ищут. Вот. Но, тем не менее, и ты, когда видишь такую доброту, гостеприимность, ты не можешь отвечать тем же. Ты не можешь улыбнуться в ответ, когда тебе улыбаются. У тебя там тоже постоянно хорошее настроение. И вот огромное количество русских людей вот переехало в Буэнос-Айресе. Уже очень много знакомых за эти 3 месяца, пока мы тут находимся, появилось. И тоже ребята все добрые, отзывчивые, там помогают. Первый там месяц тоже было сложно с тем, чтобы найти каких-то русских специалистов, но этот вопрос очень быстро был решен, потому что русских здесь очень много. То есть мы там нашли русских врачей, там, стоматолога, остеопата, там, всех остальных всевозможных, да, там, по уходу девушка там нашла себе там маникюр, педикюр, там, с волосами, тоже русских ребят, которые все качественно, здорово делают. Ходит там она в арт-кружок какой-то, где рисуют, тоже там русские девочки организуют, на тренировки в парке, там у них там растяжка, вечером у них там танцы, тоже там русские ребята все это здесь организуют, то есть в этом смысле проблем нет. У меня тоже там русские барберы, какие-то другие русские ребята. Я, вы знаете, да, как люблю футбол, и я играю даже в русской команде Буэнос-Айреса, которая называется «Атлантик». Это первая русскоязычная футбольная команда. И, во-первых, есть профессиональный тренер с лицензией А, Владимир Усин, и он там тренировал профессиональные команды в российских там чемпионатах. Да? Теперь он переехал сюда, тренирует нас. У нас 2 раза в неделю тренировки, у нас там и практика, и тактика. Там какие-то упражнения мы делаем, на выходных участвуем в турнирах. Вот завершился только что футбольный турнир, мы заняли 3-е место, нас там дико засудили в полуфинале. Мы играем, чтобы вы понимали, вот одна русская команда играет против аргентинских команд. Там было 24 команды, все остальные аргентинские, естественно, местным чуть посуживают. Вот, но, тем не менее, все равно все это очень круто. Хорош, Тёма, умница! Хороший очень тайм, молодцы. Мы не забиваем, нам забивают. Мы не забиваем, нам же не доигрывать. Олег, не наводите суету, поспокойнее играйте. Гарри, отлично, один. Ну, Роман Рикельми, блядь, прощальный матч. И я думаю, вам будет интересно наблюдать за мной, за нашей футбольной командой. Есть в Инсте запрещенные соцсети в России, да, у нас аккаунт. Есть также канал в Ютубе «Атлантик», где мы там выкладываем обзоры наших матчей. Там даже ходят документальные фильмы о команде, о том, как все начиналось, что зарождалось. Да, мы пока, так скажем, небольшой клуб, играем в любительских турнирах, и причем абсолютно каждый
каждый желающий может прийти в нашу команду, там, записаться, да. У нас есть ребята с футбольным прошлым, есть ребята, которые там без какой-то футбольной школы. Это абсолютно нормально, всем рады. И для тех людей, которые вот из России будут наблюдать, я оставлю ссылку в описании на YouTube-канал, да, смотрите. А те люди, которые переехали в Буэнос-Айрес и хотят вот попасть в нашу команду, с удовольствием вас примем. Оставлю телеграм-канал, ссылочку тоже в описании. Там можно записаться на тренировки и связаться. Очень там большую помощь и поддержку я от ребят по команде получаю, потому что многие из них год уже находятся здесь, в Буэнос-Айрес. Например, Леха, привет. Он, кстати, с Волжского, я с Волгограда. Он, получается, с Волжского, там города друг с другом рядом находятся. Познакомились мы здесь, и он меня, кстати, в Атлантика пригласил. И уже там за последний месяц я вот по всем вопросам только к Лехе и обращаюсь. Он мне купил там билет, мы сейчас в Пуэрто-Игуасу летали, там нужно было картой оплачивать. Я пока что здесь в Буэнос-Айрес только наличкой могу расплачиваться. Он там организовывал поездку на финал молодежи чемпионата мира в Ла-Плату. Мы там всей большой командой, движухой двигались там в сторону Ла-Плату, смотрели этот футбол. Ребята все там дружат, встречаются после там тренировок, матча. То на квизе, то где-то в кафешках, то там на океан компании гоняем. В общем, максимально дружный коллектив. И вот когда ты приезжаешь в Аргентину, естественно, поддержка и какое-то новое знакомство со своими там русскими людьми, это тоже очень такой важный момент, который помогает. И вот в Атлантике, в футбольном клубе, я это получил. То есть первый плюс по Аргентине – это люди. Второй плюс – это климат. Вот сегодня так пасмурно, даже дождик немножко капает. А вообще почти каждый день здесь солнце, то есть лето и зимы умеренные. Сейчас, кстати, в Буэнос-Айрес зима, чтобы вы понимали, это южное полушарие. Сейчас зима, а, соответственно, в декабре, январе будет лето. Но летом здесь, ну, примерно там плюс 30 градусов, да, на солнце чуть побольше. Зимой, ну, вот было несколько дней, когда там температура опускалась до 5-7 градусов. А так, в целом, вот там последние дни вообще там температура была 15, 17, 20 градусов. И, то есть достаточно тепло. И мне это очень как бы нравится. Очень много солнечных дней, классная погода, свежий, чистый воздух. Поэтому вот по климату прям вот очень здорово здесь. Третий плюс, это, наверное, лично для меня часовой пояс. В Буэнос-Айрес на 6 часов меньше, чем в Москве. Для меня удобно, потому что, ну, вот я проводил в России стримы на Лигу чемпионов. Матчи завершались в 12, в час ночи, да. И не успевала высыпаться, постоянно сбитый режим. Здесь в 5-6 вечера по местному времени все футбольные матчи, там вертолет летит, завершаются. И я спокойно могу там пораньше ложиться спать, вечер всегда свободный, можно чем-то позаниматься. То есть для меня это удобно, для кого-то это неудобно, да. Здесь я перечисляю в том числе и свои какие-то плюсы, да, которые лично для меня актуальны. Четвертый плюс Буэнос-Айреса – это досуг, огромное количество способов, как провести время. Во-первых, парки. Такое большое количество парков я не наблюдал ни в одном городе мира, я много где был. Здесь их просто сотни, причем все большие, оборудованы. Вот сзади меня там озеро, гуси, уточки плавают. Много парков с озерами, много парков, где есть футбольные площадки, спортивные площадки, да, где можешь там турник, брусья позаниматься. Все очень красиво, за всем ухаживают, их невероятно много. То есть возле квартиры, где мы живем, сразу там 3-4 парка разных находятся, воздух чистый, и это максимально приятно, всегда там хорошее настроение. Иногда там днем вообще мало людей по этим паркам ходит. Сейчас вот уже ближе к вечеру, суббота, побольше людей сзади меня, да, вы наблюдаете. Но помимо там парков, это, естественно, футбол. В Аргентине обожают футбол, это может тоже выделить как отдельное преимущество этой страны для меня. В том числе здесь много футбольных площадок, в парках те же тоже там ставят ворота, как там играют в футбол, фишечки ставят. То есть, ну, обожаю здесь футбол, поэтому нет проблем с тем, чтобы там найти какую-то футбольную команду, записаться, поиграть, ну, или прийти в Атлантик, опять же, да, в нашу команду. И если вы там из России, Беларуси, Украины, то вообще это то, что точно стоит сделать. Вот. Ну и огромное количество других мероприятий, там театры, какие-то концерты мы тут ходили, да, Буэнос-Айрес все-таки это столица, здесь очень много всего. Квизы русские ребята здесь переехали сюда, организуют, вот мы там участвовали в квизах по пятницам каждую неделю, очень интересно, там 12 команд чисто русскоязычных, мы там друг с другом соревнуемся, то есть, ну, вот все возможные развлечения, опять же, можно сходить на футбол, на Боку Хуниорс, на
другие команды. Чемпионат мира здесь проводился молодежь. Да, огромное количество всего. Я иногда посматриваю, чтобы что-то просто не забывать вам рассказать. Пятый плюс – это еда. Она здесь невероятно вкусная и полезная. То есть мясо аргентинское, ну, вы, наверное, знаете, да, славится. То есть очень вкусно просто. Там говядина, курочка, огромное количество мясных лавок рядом с домом, где можно все купить. Огромное количество овощных, фруктовых лавок, где фрукты, овощи, все свежее. Просто штук, наверное, 10 овощных лавок вокруг нашего дома, там вот в радиусе там 200 метров находится, да. И все достаточно дешевое. То есть мясо, фрукты, овощи дешевые. Да, не все продукты есть в Аргентине. Например, первый месяц мы не могли найти творог, сметану, гречку, сгущенное молоко и укроп, которые в Аргентине не продаются в обычных магазинах. Но мы эти все вопросы решили. Вместо гречки употребляем другие крупы, а, например, творог, укроп, да и сгущенное молоко тоже, сметану продают здесь русскоязычные ребята, они сами делают. Да, чуть дороже, приходится переплачивать за это, потому что продукт, так скажем, уникальный для Аргентины. Но можно покупать сгущенное молоко, там девушка у меня сама научилась делать, да. Потом, что еще, сметану, мы тут нашли местный йогурт, который почти один в один по вкусу, как сметана. Сейчас вот фотографию, если не забуду, прикреплю сюда. Так что, в принципе, как бы все устраивает по питанию. На самом деле, еду здесь все равно меньше трачу, чтобы получить именно такое высокое качество продукта, потому что здесь все очень качественная еда. В России, например, когда я жил в Москве, в Волгограде, я почти всегда заказывал еду во Вкусвилле, чтобы это не было рекламы, но я очень много тратил денег, то есть там у меня по 7, по 10 тысяч рублей в неделю уходило. Понимаю, что в основном люди меньше на еду тратят, но просто у меня всегда было хотелось, ну, питаться правильно, как бы, да, и покупать хорошую еду. Вот здесь это тебе достается дешевле, хотя на некоторые продукты, там на хлеб хороший тоже, да, цены будут повыше. Шестой плюс – это безопасность. Аргентина там по индексу находится даже выше России по этому показателю. Уровень насильственных преступлений здесь, ну, вообще практически отсутствует. Вот, здесь есть кражи, безусловно, и в самом Буэнос-Айресе есть такие, так скажем, неблагоприятные районы, куда лучше не заходить, потому что могут там украсть у себя что-то, да. Но, в общем-то, туда особо мы не заходим. Буэнос-Айрес – огромный просто город, и вот там изучать, рассматривать и рассматривать. Да, кстати, касаемо досуга, здесь вот, и опять же, очень все разнообразно, да, есть тихие, спокойные районы в Буэнос-Айресе, есть районы по типу, как Москва-Сити, там высотки, да, Пуэрто-Мадейра, там есть шумные какие-то места, где вечеринки, там, да, и так далее. В принципе, даже вот здесь Палермо, один там из ведущих районов, да, здесь тоже там могут идти там на вокзалах, на станциях что-то вытащить или там у девушки сумку вырвать там или телефон. Но этого на самом деле не так много, то есть мы за 3 месяца с этим не столкнулись ни разу, чтобы даже кто-то пытался это сделать, да. Просто нужно достаточно быть осторожным и осмотрительным. Естественно, ты, если будешь светить кошельком, оставлять его где-то на столе там или сумку, да, где-то оставлять в кафешках, естественно, могут это все стянуть, понятное дело. Ну, как и в любой стране, на самом деле в России тоже есть вот даже там в Волгограде районы, куда лучше там не заходить. Это абсолютно нормальная история. Если вы здесь будете смотрителями, то никаких проблем нету. По крайней мере, насилия никакого в Аргентине абсолютно нет. Дальше, седьмой пункт. Свободно можно жить в Аргентине, плюс получить паспорт. То есть, смотрите, когда вот я, россиянин, приехал в Аргентину, я здесь могу спокойно 90 дней жить легально. Затем вот, у меня уже 90 дней прошли, я уже 4 месяц здесь живу. После этого я здесь живу нелегально. В чем, вы спросите, отличие? Да практически ни в чем. То есть здесь нет депортации, тебя никто не может депортировать. Я спокойно уже даже вот спустя 3 месяца, там вот мы улетели в Пуэрто-Игуасу через аэропорт туда-обратно, никто не придирается, никто на это не смотрит. Единственное, при выезде, независимо от того, сколько ты здесь нелегально живешь, один день там или год, тебе придется заплатить штраф, он небольшой там на человека, в зависимости от курса песо, он постоянно скачет, ну там $100 плюс-минус, да, на человека. Затем тебе 3 месяца по закону нельзя обратно езжать в Аргентину, но через 3 месяца ты спокойно
спокойно можешь вернуться в Аргентину, несмотря на то, что ты там до этого жил нелегально, и тебе никто ничего не скажет, тебя спокойно сюда впустят. Многие здесь пытаются оформлять вид на жительство, там есть ли это способ, это для другого видео, не буду здесь подробно, я в этом разбирался, не буду подробно это рассказывать. Можно получить аргентинский паспорт, если ты 2 года здесь легально живешь, и подать заявление в суд, либо если ты просто приезжаешь сюда и рожаешь ребенка, так многие русские делают, и когда ребенок твой рождается, то он сразу же автоматически получает аргентинский паспорт, и в течение там, года-полтора родители через своего ребенка могут также абсолютно легально оформить аргентинское гражданство. Аргентинский паспорт чем хорош? Тем, что ты спокойно, легально здесь живешь, там недвижимость можешь покупать, открывать банковский счет, да, спокойно, легально, без виз путешествовать по Латинской Америке и по всем странам Европы, ЕС, да, тоже вот такая интересная история, и виза в США тебе дается на 10 лет. Вот, так что аргентинский паспорт, он силен, у нас пока нет планов там, получать этот аргентинский паспорт, меня здесь вполне устраивает жить нелегально, даже если ты здесь живешь нелегально, ты спокойно получаешь в бесплатном доступе, можешь получать медицину, образование, то есть, ну, в Аргентине максимальная демократия, все стараются делать для людей, и все какие-то такие моменты, они бесплатные. И как раз-таки вот восьмой плюс, это бесплатная медицина и образование, это все доступно, есть и платные, я уже, кстати, успел здесь воспользоваться, к сожалению, и бесплатной, и платной медициной. Визит к врачу тоже там достаточно недорогой, там 1000-1500 за прием, ну, примерно как вот в Волгограде я плачу, да. Абсолютно можно спокойно, даже приезжим, даже те, кто живут нелегально, получать все в бесплатном доступе. Есть бесплатные курсы испанского языка, там надо ждать очередь. Есть платные, в бесплатных больницах тоже в основном очереди, да, хотя и в платных тоже бывают. Вот. Но в любом случае все это есть, и все это доступно абсолютно каждому человеку. Теперь покажу вам свою квартиру, в которой я живу уже несколько месяцев, и затем перейдем к минусам. Там будет интересно, минусов тоже не меньше. Спальни, шкафы, кровать просторная, вид с 21 этажа, тоже вполне себе. Дальше кабинет, которым я не пользуюсь, он очень маленький. Здесь ванна, ну, ванна как ванна, можно сказать, да. Дальше мы переходим, здесь входная дверь, коридор и кухня. Не супер большая, но достаточно уютная, в принципе, со всеми удобствами. Стиральная машина тоже есть. И самое приятное, конечно, в этой квартире, это зал и панорамный вид, телевизор, столик. Шикарный вид открывается с этой стороны. Здесь можно кушать. Вот так прям садишься и наслаждаешься крутым видом. Сейчас вид не такой крутой, потому что погода плохая, стекла запотевают. Но солнечных дней гораздо больше, и вечером очень крутые здесь закаты. Конечно, одно удовольствие за ними наблюдать. Можете в комментариях предположить, сколько я плачу за месяц аренды этой квартиры. Чуть позже в видео я вам скажу цену. Здесь есть еще лоджия, откуда тоже хороший вид на весь город открывается. Прохладно сегодня в Буэнос-Айрес, я уже не выдержал, встал, решил пройтись. Минусы 8 штук. Первый — это денге. Я заболел денге в Аргентине на 5-й день пребывания здесь. Моя девушка заболела денге через 2 недели после того, как выздоровел я. И да, конечно, денге здесь гораздо меньше, чем в каких-то азиатских регионах некоторых. Но он тоже здесь имеет место быть. Не все им здесь болеют. Не все русские, которые здесь живут, про него даже знают. И если вы, кстати, живете в Буэнос-Айрес, то с сегодняшнего дня начинайте каждый раз, когда вы выходите из дома, пшикаться от комаров, потому что денге — это вирус, который можно подхватить, если вас укусит комар. И я крайне не рекомендую болеть денге. Это самое худшее, чем я болел в своей жизни. Вас ожидает огромное количество симптомов. Температура 39-40, которая не сбивается. Невероятная дрожь в теле. Тошнота, рвота, диарея, боль везде. Живот болит, голова, суставы, ноги, глаза, шея,
все болит. Крапивница, головокружение, дикая слабость. У меня когда девушка болела денге неделю, она даже встать с кровати не могла. Она встала с кровати, у нее невероятная боль в голове и головокружение начиналось. Приходилось сразу же ложиться. У меня очень сильно была горечь, сухость во рту. Я не мог особо спать. То есть я заснул, через 5 минут просыпаюсь, нужно обязательно выпить воды. Существует 4 вида денге. Одним штаммом я переболел, теперь у меня к нему выработался иммунитет. Если вдруг я заболею другим штаммом денге, то, скорее всего, у меня будет лихорадка. А лихорадка, это денге, это вообще смертельная история, никому не рекомендуется. То есть это смертельная болезнь. По сути, мне болеть денге больше, ну, как бы не рекомендовано. И это была вот как раз причина, почему мы могли в первый месяц уехать из Аргентины, но решили остаться. Каждый раз, когда выходим из дома, теперь постоянно пшикаемся. Девушка тоже думала, а, меня это пройдет мимо, не случится это со мной. Комаров на улице нет. А их действительно нет, ты их не видишь. Но как-то тебя они все равно умудряются найти, укусить, и все. Ты заразился денге, ты даже упустишь тот момент, когда это произойдет. Поэтому сейчас обязательно всегда пшикаемся. И вот это первый минус, про который мало кто говорит. Да, не все болеют здесь в Аргентине денге, но это здесь имеет место быть. Второй минус – ожидание. Тут два момента – очереди и необязательность местных людей. То есть в час пик, там в 6 часов вечера за продуктами я не хожу, потому что тут можно утонуть в этой очереди на 30-40 минут. Люди, которые работают на кассах, в поликлиниках, больницах, здесь невероятно все долго делают. У меня у девушки денге, температура 39, ее, блин, оформляют минут, наверное, 30. Действительно, аргентинцы, они не любят работать, они любят жить, они все довольные, веселые, позитивные, могут тратить на тебя время, останавливаться, да, помогать тебе. Но на работе они действительно это делают очень долго, медленно, с таким небольшим желанием. Ну как, улыбаются, кайфуют просто от жизни, но при этом как бы у них нет понимания того, что там человек может торопиться. То есть они в принципе не торопятся по жизни, да? У них немного другой менталитет, отличается от нашего. Если тебе должен прийти мастер 12 часов дня, то классно будет, если он вообще тебе в этот день придет что-то починить. Вполне вероятно, он тебе даже не позвонит, тебе придется ему звонить, спрашивать, где ты, уже 6 вечера. Он говорит, да, давай это завтра. Сегодня я тебе не приду. То есть такие ситуации здесь возможны, это минус. Дальше, третий минус, это антисанитария. Действительно, ну, периодически немножко это меня поражает. Ну, во-первых, в платных клиниках, вот в платной клинике, в которой мы были, а мне ее все рекомендовали, там не было бахил, там не было одноразовых пеленок. Хотя в этот кабинет там с десяток пациентов заходит, там ложатся голым телом на эту кушетку. Дальше в заведениях, даже таких хороших, мы не были, естественно, во всех, но даже в хороших заведениях, скорее всего, не идеальной, так скажем, чистоты будут приборы, тарелки. И к этому здесь, опять же, нормально относятся. Еще один момент. Нечистоплотность аргентинцев в принципе. То есть в таких ситуациях, когда, например, он выходит покушать что-то в тарелке на улицу, кушает, садится на пол, потом видит, как собака пробегает мимо него, он там погладит, поцелует эту собаку, потом опять берет тарелку, которую положил до этого на бетон, и продолжает кушать. То есть это для них как бы считается в целом нормальным. Может быть, не для всех, но такое я видел не раз. При встрече тоже постоянно целуют друг друга, передают всякие эти болячки, заразы. Вот. Опять же, история в самолете была. Мы вот с Пуэрто-Игуасу прилетели пару дней назад. Мне до этого ребята, которые долетали, русские, предупреждали, что ну, очень тяжело что-то не подцепить, не заразиться, да, чем-то. Поэтому на всякий случай я взял маски с собой. И тут как раз на обратном пути рядом с нами сел парень. Причем он, кстати, не местный был. Но он просто каждые 10 секунд кашлял. И все вокруг как бы нормально это реагируют. Ну, я достал маски, мы одели маски. К концу поездки, вот мы 2 часа летели, уже сзади нас там ребенок кашлял. Потом бортпроводница кашляла. То есть все это передавалось. Мы, к счастью, вроде бы, вот несколько дней уже прошло, не заразились. Ну, потому что мы как бы
в этом смысле подготовились, да, но это действительно тоже здесь имеет место быть. Четвертый минус – это собаки, а точнее даже их хозяева. Я люблю животных, но здесь какой-то бум собак, здесь, наверное, у каждого там, второго, третьего аргентинца собаки обязательно, здесь практически не бывает нигде кошек, мы всего там несколько раз видели кошку в Буэнос-Айресе, то не на улице. Ладно бы там у вас были собаки, это все прекрасно, но нужно за собачками все-таки убирать, я думаю. Мы живем в очень хорошем, там, ну, считается, элитном доме, да, здесь живут там серьезные там какие-то люди, бизнесмены, предприниматели, и вот мы выходим за пределы нашего дома, да, который охраняется, и в 5 метрах от нашего дома на тротуаре собачье дерьмо. И вот это собачье дерьмо мы видим часто здесь на тротуарах, и вот это мне, конечно, не нравится. Понятное дело, что есть люди, которые их убирают, но просто настолько много этих собак, что даже если там какая-то часть людей не убирает за ними, то это сразу становится заметным. Дальше двигаемся. 5-й минус. Техническая отсталость. Здесь, ну, просто анекдоты можно рассказывать про то, как нужно пополнить сим-карту, телефон себе, да, на баланс. Это ты не можешь сделать в отделе сотовой связи. Ты это можешь сделать либо в специальной аптеке. В аптеке ты можешь пополнить себе телефон, положить деньги на счет. Либо в конфетных киосках. В конфетных, мать его, киосках ты можешь это сделать. Либо в аптеке. Так ладно бы ты мог бы это сделать, там, я не знаю, там, закинуть себе 5000 песо сразу, и прекрасно. В конфетном киоске там на 1000-2000 ты можешь пополнить, в аптеке максимум 2000 ты можешь в сутки пополнить на свой телефон. Там некоторые тарифы интернета стоят 5000 песо. То есть мне надо 3 аптеки оббежать, чтобы пополнить себе нормальный телефон. Либо же мне, значит, нужно 3 дня пополнять себе телефон, потому что максимум 2000 в этой аптеке в сутки можно закинуть себе на баланс. Дальше такси. То есть здесь есть Uber, есть Didi, такие службы такси, но они работают, тот же Uber, хуже, чем в России. Ты не можешь в процессе поездки изменить способ оплаты на оплату наличкой. Иногда очень неточно показывают расстояние, сколько до тебя должен водитель проехать, и время, сколько на это потребуется. Есть какие-то определенные моменты с поиском, такси тоже усложненные. В общем, от России Аргентина технически отстает очень сильно. Опять же, в платной клинике девушка, у меня с температурой 40, ей там нужно получить прием врача. Но если прием врача стоит больше 10 тысяч песо, а он стоил 12 тысяч на тот момент, песо постоянно растет, то можно оплатить прием только картой. Мы, естественно, здесь картой это сделать никак не можем. То есть такие вот моменты, они действительно существуют. И, конечно же, интернет, нестабильный интернет. Я на стрим про это рассказывал. То есть по Аргентине, вообще по Буэнос-Айресу, максимальная скорость загрузки 30 мегабит в секунду. То есть здесь скорость скачивания, когда ты скачиваешь что-то, 300 мегабит здесь есть и нормально не работают. Даже при тарифе 300 у тебя скорость загрузки максимум 30, 32, 33. Это по всей Аргентине максимум. И, в принципе, когда это работает стабильно, мне этого хватало, чтобы проводить стримы. Прям вообще ничего не лагало, прекрасно. Да, дольше загружаются видео на YouTube. Ну, мне нужно загрузить видео на YouTube. Дольше нужно, чтобы там загрузить видео, там, скинуть там друзьям. Но это ладно, как бы. Но проблема еще в том, что он нестабильно здесь работает. То есть он может работать, работать, он перестает работать. Да? Хотя ты покупаешь, вроде бы, интернет самый дорогой, у лучшего оператора здесь. То есть тоже есть с этим проблемы. Но решение все равно найти можно. Например, вот с мобильным интернетом здесь более стабильный. Я иногда вот стримы проводил при помощи мобильного интернета. 6-й момент, минус. Недешевая аренда жилья. Ну, по сравнению с Волгоградом. Вы, может быть, кто-то помнит, я показывал свою волгоградскую квартиру, когда съезжал. Да, я платил за нее 35 тысяч рублей в месяц. Ну, и там было все. Это квартира в центре города, там, со всеми удобствами. Там, ванная почти как джакузи, там, ну и так далее. Да? Там, 3 лоджии. Здесь за эту квартиру, да, я отдаю сейчас около 1200 долларов в месяц. Причем это я еще снимаю у собственника, то есть я не плачу комиссии, а все почти платят комиссии там по 20%, да. И при этом я еще сбил цену, потому что изначально он хотел там 1300-1400, и это еще зимний сезон, сейчас нет такого высокого спроса. Он говорит, что я эту квартиру сдаю за 2000 долларов в летний сезон в месяц. Вот, то есть я просто еще смог хорошо договориться, потому что в этом же доме, мы живем на 21 этаже, а
люди русские еще снимают на 10-12 этаже, где нет такого панорамного вида, они платят кто-то 1300, кто-то 1500. Понятное дело, можно здесь найти жилье дешевле и за $500, и за 700, но почти всегда все равно придется платить комиссию. Тяжело найти квартиру от собственника, и все равно это жилье будет, так скажем, ну, не в лучшем районе, не со всеми удобствами. То есть вряд ли у вас будет стиральная машина здесь, ну, прачечные, да, очень распространены. Каких-то других каких-то моментов у вас не будет, мебель не свежая. В любом случае, оно там дороже, чем в Волгограде, но дешевле, чем в Москве. То есть в Москве я бы такую квартиру, наверное, ну, пришел, тем более в центре, в крутом районе. Вот рядом с домом у меня там три парка находятся. На территории дома теннисный корт, качалка, тренажерный зал прям в здании бесплатно для меня, да. Там, ну, просто супер, там охраняемая территория, вот, все удобства. Удобство вокруг, возле дома, шикарный район. Вот этот парк тоже недалеко с озером находится. Вот. И, наверное, в Москве, там, на каких-нибудь Патриках или где-нибудь в центре, такая квартира с таким панорамным видом, ну, сколько она стоила, ну, напишите в комментариях. Ну, я думаю, что не меньше, там, 200 тысяч точно. Так что, по сравнению с Москвой, все равно дешевле, но есть сложность с тем, чтобы снять жилье, потому что, опять же, есть определенное недоверие. Мы, кстати, к этому пункту сейчас перейдем. Бедность местных, это 7-й пункт. В чем минус для нас? То, что да, вот сложнее снять жилье, с недоверием относятся и там часто просят подноготную всю твою, нужно показать, что там у тебя есть банковский счет, что ты зарабатываешь деньги, что ты типа платежеспособен. С детьми тоже не всем снимают из-за вот этого закона, да, из-за того, что их там выгнать после этого нельзя. Жители, да, плюс кражи, опять же, да, бывают все-таки какие-то, про это я тоже рассказывал, из-за того, что люди все-таки, ну, как бы бедные, и тут курс песо постоянно плавает, он за прошлый год увеличился в 2 раза по отношению к доллару, да, а, естественно, местные зарабатывают в песо, и здесь те, кто в песо зарабатывают, это очень невыгодно, как бы, да, мы зарабатываем, те, кто зарабатывает в долларах, вообще шикарно живет, те, кто зарабатывают в рублях, ну, до последнего времени шикарно жилось, сейчас, когда уже рубль за 90, это, конечно, уже немного другая картина. Развитие тормозится из-за того, что люди здесь бедные, страна развивающаяся, да, низкое качество сервиса, в том числе, то есть, если брать вот те же самые рестораны, уровень обслуживания в Москве и в Буэнос-Айресе, ну, просто разная планета, в Москве намного лучше. Опять же, страх, что не заплатят, да, вот жилье не сдают. Постоянно деньги, когда ты платишь что-то, они так прям пересчитывают каждую купюру, проверяют там и так далее. Из-за того, что как бы местный бедный, то основной здесь бизнес, это такие маленькие, малые бизнесы, это кафетерии, фастфуды, здесь на каждом шагу, там каждые там 20 метров, либо кафешка, где продаются пирожные, кофе, либо фастфуд, какие-то бургеры местные или там Макдональдс. То есть мы в первое время сталкивались с проблемой, чтобы найти нормальный ресторан, покушать, есть хорошие блюда, там здоровые. Мы это все нашли, нашли даже и там какие-то китайские районы, где есть суши-роллы хорошие. Но поначалу была проблема, потому что вот эти кафетерии фастфуды просто везде. А их опять же открывают, потому что это малый бизнес, то есть здесь как бы, ну, такой дорогостоящий какой-то ресторан, он может не купиться просто. И местные как бы у них есть привычка есть как бы эту не самую полезную еду, из-за этого, кстати, много аргентинцев, они имеют лишний вес. Ну и плюс их уровень достатка, он не позволяет питаться как-то иначе. И 8-й минус Буэнос-Айрес Аргентины, то, что здесь невыгодно открывать свой бизнес, и достаточно сложно это сделать. Ты не можешь уволить местного своего сотрудника, ну, точнее, можешь, но если ты уволишь, то тебе придется ему платить 50 месячных зарплат. И многие бизнесы здесь работают чисто, чтобы не закрываться, а продолжать платить зарплаты местным своим сотрудникам. Здесь большие налоги для иностранных брендов, и в целом, опять же, из-за того, что низкий уровень дохода населения, то тоже бизнес здесь открывать какой-то сложно. Ну, многие, кто приезжает, они открывают бизнес из воздуха, создают какие-то услуги, которые продают русским приезжим. Мы поговорили о 8 плюсах Буэнос-Айреса, Аргентина, 8 минусах. Честно говоря, все равно плюсы для меня перевешивают, они вот почти каждый плюс, ну, вот первые 7, они для меня имеют какую-то большую ценность, да. Из минусов, ну, только первые 4, те, с которыми я не особо, ну, как-то хочу вот сживаться, да. Последние 4, ну, для меня, честно говоря,
не имеет какого-то такого большого веса. И есть еще стереотипы, про которые тоже важно поговорить. Ну, во-первых, меньшинство, да. Я сейчас не буду употреблять вот эти все выражения, чтобы YouTube не удалил мое видео за пропаганду того, чего я не пропагандирую в данном видео. Но здесь действительно свободная страна, демократия, и в том числе там могут приезжать и жить меньшинства различные, да, они здесь не запрещены. Но это не значит, что если они разрешены, то они здесь встречаются на каждом шагу. Вот за 3 месяца, что мы здесь живем, постоянно куда-то ходим, я не видел ничего подобного здесь. Мне мои друзья по футбольной команде рассказывали, что есть какой-то там район, где там по вечерам они там где-то тусуются, но зачем мне ходить в тот район? То есть нет такого, что здесь парады прям проходят, да? То, что здесь это пропагандируется где-то по телевидению, что-то еще. В отличие от США, здесь пропаганды какой-то вот этой нету, да? Поэтому меня это здесь не касается. Кстати, интересно, почему и откуда вообще ребята из команды узнали про те места, где эти различные течения тусуются. Пацаны, вы давайте это. Я с вами после тренировок в душ хожу, да, в один. Давайте завязывать. Ну, это шутка, естественно. То есть, ну, я к тому, что это все стереотипы. Нету здесь такого. По крайней мере, мне это не попадается. Второй пункт. Многие блогеры рассказывали то, что здесь нету техники, то, что Apple вы здесь не купите. Там все здесь есть. Все здесь есть, Альто Палермо, вот в этом районе, например, да, там продают и Apple, и Samsung, и там MacBook, и iPhone, и все здесь продают. Одежда тем более. Здесь, может быть, не все бренды мировые есть, хотя там и Zara, и много чего есть, вот на самом деле. Но и местных брендов тоже очень высокого уровня, качества тоже огромное количество. Третье, митинги. Я особо здесь митингов не видел. Здесь много говорят, что митинги постоянно. Да, это свободная страна, это демократия, это разрешено. Да, митинги здесь бывают. Но чтобы мне бы это как-то мешало, чтобы я бы как-то вот постоянно это наблюдал здесь, нет. Четвертый момент. Инфляция. Да, действительно, как бы цены здесь растут, на жилье очень сильно выросли, опять же. Для иностранцев, если ты здесь не местный житель, то ты можешь только брать краткосрочную аренду жилья, то есть максимум до 6 месяцев. И цены на краткосрочную аренду жилья в 2 раза больше, чем на долгосрочную. А долгосрочная аренда только доступна местным, либо те, у кого есть ДНИ. Вот. Именно поэтому еще такие цены на жилье большие. А так они вообще были бы приемлемы, если у вас здесь есть паспорт, да, например. Но инфляция не сильно существует, но это во многом связано с курсом песо. То есть курс песо, я говорил, что несколько раз вырос за предыдущий год, но цены не успевают за ростом курса песо. То есть песо рос в прошлом году быстрее, чем цены на продукты и все остальное. В целом здесь, я считаю, вполне нормально. На еду, опять же, я трачу, по крайней мере, меньше. Какие-то услуги тоже вполне нормально стоят, а проезд, например, там, на автобусе метро 5 рублей стоит, ну, то есть вообще копейки. Такси здесь намного дешевле, чем в Москве, и, ну, примерно как в Волгограде, может, даже дешевле, я думаю, чем в Волгограде. 5. Языковой и ментальный барьер. Тоже многие боятся переезжать из-за того, что тут испанский язык, они его не знают, и, ну, как вот общаться. Да, здесь действительно английский практически никто не знает, не понимает, да. Но мы первые месяцы, мы думали, мы сейчас приедем, будем испанский учить. А мы испанский только нормально начали учить несколько недель назад. Первые несколько месяцев там адаптация, работа, не было времени особо. И не было надобности, потому что Google переводчик, кучу разных приложений есть, все тебе помогут, все подождут, пока ты переведешь, там все тебе тоже попытаются как-то с переводчиком объяснить. Проблем особых не было, даже когда денги болели, честно говоря, нашли способы, как объясняться с врачами, даже в каких-то критических ситуациях, когда там не было особого времени. Поэтому, ребята, вот такие моментики есть, да, есть минусы, есть плюсы, есть стереотипы, которые не соответствуют, да, которые вам блогеры другие рассказывают. Если вам был этот выпуск интересным, обязательно ставь лайк, подписывайся на мой YouTube-канал, подписывайся на телегу, если хотите, чтобы я еще что-то про Аргентину рассказал, про цены более детально, там, про поездки свои, там, в Гаусу, куда-то еще, тоже обязательно пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш футбольный клуб «Атлантика», YouTube-канал, в Инсту, телегу, ссылки на YouTube и телегу я оставлю в описании. Все, ребят, на этом всем желаю больших успехов и увидимся в следующих выпусках.